Девушка, что вы делаете? Я врач КДЛ, я беру кровь. Даже если больной умрет, я буду знать, какой у него был гемоглобин. Я тоже врач. Девушка, что вы делаете? А я нашел. Он умрет, я буду знать, наркоман он или нет. Врача, помогите кто-нибудь. Вы что делаете? Кто-нибудь, помогите в этом, пожалуйста, зале. Я здоров. Что вы им поделали? Если б я был султан, прыгнул всех жен, красотой медсестер был бы окружен. Вы добры и умны, хороши собой, покорили меня нежною душой. Не очень плохо иметь три жены, врачам же лучше с любой стороны. Процедурный с утра к Гале я зашел, а Наташа уже тащит протокол. Инга сразу же мне градусник несет, а Татьяна в обед подает отчет. Совсем неплохо три жены иметь, но иногда мне так хочется болеть.